Программисты из Ульяновской области покоряют интернет-пространство. В полуфинале цифрового прорыва флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» команда из Димитровграда заняла первое место. Студенты создали удобный цифровой инструмент для поиска нужных книг и полезных услуг в библиотеках читателей. В учебной лаборатории побывал и пообщался с победителями Павел Игнатьев. Стандартное задание по основам алгоритмизации занимает 1,5 часа. Уже на первом курсе айтишники с легкостью составляют экзаменационную блок-схему и создают для нее программу. Были указаны все нюансы, которые мы должны были учесть при разработке программного продукта. И исходя из этих данных уже была составлена программа. Цифровые уравнения решаются в каждой из 8 учебных лабораторий. Привычный образовательный план уже в первый месяц обучения разбавляет хакатонами и конкурсами, где встречаются лучшие российские программисты. Чтобы они понимали, что они не слабее других, и что у нас в городе Димитровграде, в Ульяновской области тоже сильные есть специалисты, которые могут участвовать в мероприятиях всероссийского и международного уровня. У нас таких побед очень много. Заявиться на цифровой прорыв крупный айтишный хакатон решили 4 местных первокурсников. Команда с чисто программистским названием Drop Table противостояла 100 другим коллективам, более опытным, но, как показал проект, не таким изобретательным. Разработанный студентами веб-сервис организаторы признали лучшим. Студентам уже сейчас пророчат большое будущее. Ну, мне кажется, это прям вот реально крутая история, которая показывает, что цифровые мозги в России есть, они хорошо думают, делают хорошие решения. Решение ребят из Drop Table удобное для читателей навигации по библиотеке. С помощью мобильного приложения можно узнать, есть ли книга в наличии, а удобный навигатор покажет, где она хранится – секцию, стеллаж и даже полку. С помощью наших фундаментальных знаний, которые мы получили в техникуме, мы сделали все по техническому заданию. То есть наш сайт полностью сделан под техническое задание. Никаких новшеств. И заказчику это понравилось. После триумфального выступления на цифровом прорыве у студентов появился первый в их жизни серьезный заказ. Осталось довести до ума всю ту же навигационную систему. Для первокурсников это несомненный успех. И дело не в деньгах, признается в Drop Table. Гораздо важнее знать, что старания прошли не зря. Труд оценили, а их разработка действительно пригодилась. Павел Игнатьев, Татьяна Дудина, Дамир Губеев, Сергей Леонтьев. Вести Ульяновск, Димитровград.